зашел я, значит, симулятор воришки в Роблокс, и тут меня хоба встречает вот такая пакля здоровая, ручище, на которой белое пятно, возможно, это клей, чтобы к ней больше всего прилипало, не знаю. И вот такие пальцы, где написано Plastic Blocks, похожие на какие-то пальчиковые огроменные батарейки. На спине у меня носок, словно я плохой Санта, который крадет подарочки у детей. Носок на спине. Я даже не знаю, где я такой носок огромный раздобыл. В общем, ладно, пошли. Посмотрим, что это за симулятор такой. Все в него играют, надо тоже поиграть. Вот, make a loot of money. А, понятно, лутай денежки, dollar store. О, магазинчик, я понял. Короче, смотри, вот это я сразу вижу, что это тюрьма. Ну, тут и так понятно, копы стоят. Машина свата, пойдем зайдем в полицейский участок. Скажем, типа, мы собираемся тут совершить ограбление какое-то. Ага, кому жаловаться будем? Никого нету, просто значок полис. Ну, раз здесь никого нет, тогда давай прогуляемся по полицейскому участку, посмотрим, что у них здесь, собственно, есть. Ключи какие здоровые. Здесь даже никого нет. О, пончики, пончики, как я обожаю пончики. Давай нашу ручищу уберем. А, пончики нельзя схватить. А ключики можно? Нет, ключики нельзя. Здесь что у нас? Подъем еще выше. В общем, здесь у нас камеры. Сюда нас могут посадить. Вот тут уже один заключенный был. Убежал. И отсюда очень легко выбежать. Еще один заключенный. Господи, как быстро их ловят. Что же вы делаете, товарищи? Почему вас быстро ловят? Ладно, неважно. Пойдем на третий этаж, посмотрим, что у нас там есть. Надеюсь, там вертолетная площадка. О, это, соответственно, полицейский участок на втором этаже. Ясно. Смотри, сколько здесь компов. Значок босса. Биг босс здесь сидит. Пушечка вон у него на столе. Кофе, как все положено. Здесь у нас, наверное, кладовка, нет? А, это допрос. Здесь комната допроса. Нифига себе, здесь еще и допрашивать можно. Светильник в глаза. Ну, естественно, стекло, через которое нифига не видно. А вот если я посмотрю с другой стороны, то мне будет все прекрасно видно. Да, вот. Поднимемся еще выше, посмотрим, что у нас там есть. Надеюсь, там вертолетная площадка. Да, ну как же полицейский участок без вертолетной площадки? Ты посмотри. Замерзшего... А, нет, это водопад. Это реально водопад. Я думал, это глыба льда свисает. Оттуда сверху, блин, красиво, красиво, бесспорно красиво. Ну что, город, ты ждал меня, да по-любому ты ждал. Ты дождался главного воришку всех времен и народов. Я здесь, я прибыл. Пошли по стрелочкам, посмотрим, куда они нас приведут. Тик, сюда, а дальше надо пройти. Dollar Store. Это наш самый крутецкий магазин, да, где мы что-то должны свистнуть, походу. Это у нас, видимо, охранники ходят. А, нет, это продавцы, я понял. Они продают... Интересно, если я попадусь? Ага. Наступая на красный кружок, ну, видимо, потому что я еще ничего не свистнул, мне ничего, соответственно, не стало. Попробуем стащить нашими огроменными клешнями вот эту баночку. Я, правда, не знаю, что это за баночки. Давай попробуем. Воу, воу-воу-воу-воу-воу-воу. Воу, я думал, меня сейчас закинут в тюрягу. Опачки, свистнул баночку с чипсонами. Я так думаю, что это чипсоны. Что еще можно отсюда свистнуть? У меня потому что в мешке еще есть место. Давай попробуем вот эту баночку. Может быть это скраб какой-то или что. Вот так вот, все, места нету. Руку убираем нашу. И бежим. Бежим, куда бежим? Медленно бегу. Я хочу быстрее бежать. А, здесь вот неподалеку стоит. Ясно, продай мне свои вещи. Получишь бабки. 2 бакс получил за чипсы и какую-то фигню. Не наварился я, конечно, много. Ладно, пошли, пошли, пошли в другое место, вон. Игрушки. Пойдем в игрушки. Глянем, что у нас там. Так, Toy Store. По-моему, он закрыт. Но я его могу открыть, да? Нажимаем Е. Нужен ключ. А ключик-то у меня нету, я понял. А если через трубу взобраться? Как Марио. Как Марио, сейчас через трубу, через унитаз, через туалет заберусь. Нет, не прокатит. Черт. А монеточку могу башкой выбить? Монеточка-то есть. И собрать я ее, наверное, могу, да? Не, монеточку собрать не могу. Плохо. Почему не могу? Ладно, тогда идем и возвращаемся в наш магазинчик. Видимо, нужно украсть немножечко побольше всяких чипсов и прочей лабуды. Посмотрим, что у нас здесь есть подороже. Сразу как забегаю в магазин, я бегу очень медленно, мне это не нравится. Я хочу бегать быстро. Крутой у тебя плащ, чувак. Но это неудобно, когда волочится он у тебя по полу. Ладно, побежали дальше. Мы находимся на втором этаже. Я здесь вижу кучу книг. Книги нас не интересуют. Что это такое? Вот это еще одни книги. Шапочки, кепочки. Кепочку я возьму, пожалуй. Берем кепочку. Ага, такой звук. Я тоже так умею. Это у нас гардеробная. Здесь можем переодеться. Точнее, примерочная, не гардеробная, примерочная. Еще одну кепочку, зелененькую свистнем. Я думаю, мне хватит. Убираем нашу шпаклю, ручищу. Шпаклю. И бежим к нашему великому продавцу.
10 баксов за кипарики. Вот это уже дело. Вот это уже можно жить. Пойдем еще раз кипарики свистнем. Больше всего меня смущает носок у меня на спине. А еще есть он это поношенный, вонючий. Я бы обходил тебя стороной. Бежим к ножницам. К ножницам. И потом по стрелочкам побежим. Ручищи загребущие свистнули ножницы. Сейчас свистнем в зеркальце. Все, валим, валим. Все это дело сбагрим. 5 баксов. Кипарики подороже будут. Бежим отсюда, что это такое? Шоп! Мы в этом магазинчике, походу, можем прикупить... О, носок! Нет, спасибо, носок не хочу. А вот, подожди, посмотрим, что мы можем. Пакетик! Пакетик за 10 баксов! Берем, покупаем пакетик, потому что с носком я уже не могу ходить, это невыносимо. И посмотрим, что мы можем в плане рук прикупить из-за гребущих. 10 баксов еще надо, ага, понял. Значит, нужно немножечко поработать. Еще свистнуть что-нибудь в магазин. Теперь я уже могу свистнуть 5 предметов. Сейчас мы 5 кипариков свистнем. Это что, НЛО? НЛО? А нет, это софиты просветят. Я понял. Бежим быстренько в магаз. Сейчас мы свистнем кипардосы. Фонарики. Интересно, сколько фонарик? Включенный фонарик свистнем. Посмотрим, сколько он стоит. Включенный фонарик. Свистнем с тобой мороженку. Нет, тут мороженка. А как мороженку свистнуть? Да блин, я могу в принципе целый ящик свистнуть, но, к сожалению, не могу. Ладно, вот это что это такое? Это диски. Диски, сидиски. Возьмем диски, сидиски. Так. Опа. И возьмем, что с собой еще? Возьмем кипарики, конечно, кипарики возьмем. Возьмем потом еще пару книжек. Почитаем на досуге. Зелененькую вот эту возьмем. Есть. Вот эту ядерно-зеленую, токсичную заберем. Ага, и книжечку, конечно, чтобы почитать на досуге. О! Бастет, меня поймали. Он словно шел именно ко мне. Вот и мой первый арест. Ладненько, что поделать. Выходим отсюда спокойненько. И направляемся вновь в магазин. Сейчас я по-новому все натырю. Че у нас? Смотри, здесь ключ. Здесь кто-то сбежал с этой машины. Опасный преступник. И, видимо, кто-то побежал его ловить. 25 баксов. Вот это нормально. Пойдем сразу себе ручищи загребущие купим новенькие. Загребашки. Да, буду называть эти штуки загребашки. Вот это ж... ну блин, ну такая пакля, это просто капец. Так, я вижу. Это рука болельщика. Обычно такие где-нибудь на стадионах, ну, машут ими. О, леденцовая рука, нифига себе. 100 баксов. У меня нет таких денег. Скелетная рука. Блин, прикольные руки, слушай. Вот это, конечно, я бы прикупил леденцовую. Ее можно заживать и грабануть. Чё, круто. Ну и на черный день чё будет, чё похомячить. Так, ладно. Покупаем, значит, вот этот вот палец указательный. Типа, ты! Чё ты? Ты? Ты следующий! Типа, вот так вот, да? Ладно, покупаем. Ага, смотрим. О, вот это у меня палец. Смотри, какой мощный. Слушай, я таким, походу, могу и кого-нибудь случайно снести вот так вот. Бегу-бегу, хлыбыш! А не, ему пофиг. Вот так вот тебя пальцем, понятно тебе, по твоему плащу. Ой-ой-ой, забежал. Ладно, все, пошли попробуем что-нибудь новенькое. Какой-нибудь магазинчик. А подожди, там вон, смотри, ключи есть. Тут еще и ключи продают. Рано я собирался отсюда уходить. Сейчас вернемся, посмотрим, сколько ключей стоит. Ключ, привет, сосед. Это от квартиры привет, сосед? Серьезно? 50 баксов стоит? Ну да, такой ржавенький. Слушай, как в оригинальной игре. Надо бы 50 баксов поднакопить и купить этот ключ. По-любому. По-любому просто. А, слушай, у меня же суммарь еще, может, новый. Пакет? Вместо пакетика купить уже картонный пакет? 15. Ну давай, покупаем. Обычно в такие пакеты продукты складывают. Ну, а чем я плох? Я тоже сейчас пойду в продуктовый магазин, и не только. И прикуплю себе всего-всего. Так что теперь меня не должны ловить. Если у меня здесь будут какие-то предметы, я скажу, что я сейчас на кассу пройду и оплачу. Вот так вот. Это я покупаю. Поднимемся на второй этаж. Шоколадки. Блин, как я их раньше не замечал. Во-во-во, опасно, здесь куча кассиров. Да, если я уже один предмет свистнул, то меня поймают. И это будет не очень круто. Опасный момент. Тетка не успела. Ха-ха, прямо у нее на глазах. Ха-ха. Все, валим отсюда. На второй этаж. Наушнички. Клавиатур. Так, нет, подожди. Не иди ко мне. Наушнички возьмем, конечно же. Нифига себе, клавиатуру возьмем. Там и мышка, по-моему, да, есть? Так, это что у нас такое? Это мышечка? Ну, это прям совсем какое-то днище. Мышечка какая-то маленькая. Так, мне сюда нельзя.
Сковородку мы не будем брать, это дешманская вещь. Шоколадочку я свистнул. Что еще? Там вон какие-то штуки интересные были. Метелки. Метелки мне, в принципе, не нужны. Книжечку. Я хотел книжечку тогда свистнуть. Давай, книжечку. Ого, я целый том свистнул. Нифига себе. Че по одной книжке-то мелочиться? Правильно, надо кучу сразу брать. Ооо, прыгаем отсюда со второго этажа. Главное не попасть там на кого-нибудь. Вот так вот и выходим. Аккуратненько мимо касс. Фух, слава богу. Так. 25 баксов. Ладно. Пойдем свистнем, знаешь, что свистнем. Вон ту штуку хочу посмотреть, что это такое? Опа, вот сюда прыгаем. Вот это что такое? А, это кетчуп. Это соусы. Или моющие средства, потому что тут губки, он ниже ведерочки. Может быть, нам набрать средства для уборщиков? Давай для уборщиков наберем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Фу. Вот это я понимаю. Ай да я, ай да красавчик, ушел. Ушел от погони, если это можно назвать погоней. Сейчас, мне нужно убраться дома. Средства для моющих... Так, тихо, там никто не идет. А, есть время. Успею, не успею. Ну, давай. Бежим отсюда. Ух, тетечка, здравствуй. Запрыгиваем. Вот так вот. Все. Меня мама тут катает. Мама, где ты? Мама. Мамы нету, она вышла. Так, все, бежим отсюда. Главное не попасться. Фух. Пол магазина уже вынес. Тихо, не пугайте меня. Полицейские вон бегают. Ужас. Что творится на улице? Беспредел. Да блин, почему 16 баксов, да? Набор уборщика стоит 16 баксов. Я теперь в курсе, я теперь понял. О, велосипед. А могу на велике покататься? Нет, не могу. К сожалению, не могу. Ну что, настало время добраться до дома, привет, сосед. Но это в следующей серии. Если тебе понравилось, не забудь поставить лайкос, а также оставить комментос под видос. И подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего крутого видоса. Ну все, пока. Увидимся в следующей серии.